Полное описание и точно дата выхода четвертой серии нового российского сериала «Тобол». Четвертая серия сериала выйдет на Первом канале 29 октября. Четвертая серия. 1714 год. На зимней ярмарке в Тобольске Бригитта, Йохан Ренат и Цимс участвуют в городской драке с тоболяками. Гагарин объявляет Йохана Рената зачинщиком потасовки и принуждает его записаться в рекруты в поход на Яркент. В Тобольск прибывает обер-фискал Нестеров с царской ревизией. Гагарин и Ремезов делают подкоп принтерею, чтобы исправить амбарные книги. Айкони убегает от преследования в тайгу. Нахрач, князь воин Тура, заставляет Айкони убить медведя и тем самым искупить свою вину. Напомним, четвертая серия сериала «Тобол» выйдет на Первом канале 29 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.